Наша позиция не изменилась ни к Московской патриархии, а мы им говорим, если мы будем у вас, вы сразу уничтожите Потеряевку, лагерь, война книгам объявлена, а сейчас они ничего не могут сделать. Наша позиция таковая. Одно то, что я 53 года проповедник, ты это знаешь? Ты мои проповеди слышал, печатал? Печатал, твоими руками сидел, ты набирал. И скажу тебе, за 53 года я ни одного не направил в баптисты. Я направил только в Московскую патриархию всех. И там священники, которые через меня пришли. Что непонятно мое отношение к патриархии в момент, когда мы были под епископом Евтихием, нашим епископом РПЦЗ Курочкиным, город Ишим, Ишимско-Сибирский. Мы признавали тогда Московскую патриархию, но тогда не разрешали вместе молиться. Этого нельзя было пригласить архиерея. Нам запрещали, а не мы. Мы тогда уже предлагали им это. Тогда, когда был Антоний. Вот тогда мы предлагали им это. Ну давайте проиграем. Если все-таки возникнет такой вот приказ, чтобы влиться в Московскую патриархию. Не будет приказа, не надо думать даже. А давай предположим, что завтра в компартию запишется патриарх и запишется Иларион. Вы будете слушать? Так я могу нагородить, говорится, 7 верст до небес и все лесом. Даже воображать этого не надо. Это незаконно, даже если будет. Никак не может нами. Для чего тогда не спрашивали? Для чего рассылали? Дайте свой отзыв. Мы отзыв дали, мы держимся точной линии, которая была принята ими. Утверждена ими была. И в одностороннем порядке они не имеют права нас трогать. Мы их никак не обидели. На каждом богослужении Илариона поминаем. Приехал Иларион этот. Они скажут, а завтра не будет поминать Сергий. Но это уже тоже изменение будет в политике. И они решили, я думаю, нас держат. Почему? Показать, что хотя те и влились, им сказать, да кто вас тянул? Вот образец, скажет, община отца Якима. Ни одна не влилась. Что вы на нас говорите? Патриархия нам голову скрутила, заставили нас войти в патриархию. Вот образец. Они очень умные советники. Я думаю, патриархи Кирилла умники, умные советники. И они говорят, давайте это оставим. Это знаете, какие атаки будут отбивать? А на них со всех сторон набивает. Вы говорили только признание акта канонического общения. А потом давай душить, загонять. Позвольте, загонять. А почему мы выборочно загоняем? Как выборочно? Вы всех загнали? Не всех. Барнаула Потеряевка. И вот, пожалуйста, ездит наш митрополит и служит, и поминает первого иерарха. Зачем вы лжете на патриархию? Никого патриарх Кирилл не затягивает. Я думаю, это вот такой у них был разговор. Вполне вероятно. Вполне вероятно. Что я что говорю предположительно, я тебе рисую картину, как у них шел разговор. Когда я нарисовал этому своему Войтовичу, вот так, что вот в Славгороде откроем, только отлучите Игнатия. Он вот такие глаза на меня. А откуда вы это знаете? Я говорю, Бог открывает. А он сразу, ну я же не дал согласия. Я говорю, я